Форум работающей молодежи в сфере агропромышленного комплекса прошел в нашем регионе впервые. На один день Омский государственный аграрный университет превратился в деловую площадку для молодых аграриев, желающих работать и развиваться в ведущей отрасли региона. В официальной части форума представители всех 32 районов области встретились с губернатором Виктором Назаровым, главой Минсельхоза Максимом Чекусовым и министром по делам молодежи Дмитрием Крикорьянцем. Вместе со студентами, молодыми аграриями и руководителями крестьянско-фермерских хозяйств в возрасте от 18 до 30 лет, они обсудили перспективы развития аграрной сферы. Молодежь интересовала увеличение зарплат, выделение субсидий для молодых семей, работающих на селе, и востребованность профессий. Конечно, это профессия агронома, профессия зоотехника, ветеринара, профессия инженера, бухгалтера, экономиста. Экономика сегодня выходит на одну из первых позиций, потому что без экономики мы просто с вами занимаемся сельским хозяйством. Мы все должны с вами усвоить, занимаемся агробизнесом. В бизнес-инкубаторе аграрного университета молодые ученые представили главе региона свои проекты по совершенствованию сельского хозяйства. Встреча и общение молодежи с губернатором на форуме сразу принесло плоды. Виктор Назаров определил наиболее важные моменты создания комфортных условий для жизни и труда молодых людей на селе. То, что мы сегодня обсуждали на встрече с участниками, это, конечно же, те меры, которые необходимы для поддержки сельского хозяйства. И то решение, которое мы сегодня приняли, это первое, это нужно увеличивать подъемные для тех студентов, которые сегодня готовы прийти работать в сельское хозяйство. Сегодня нужно создавать для них условия, чтобы они могли понимать, что они нужны и востребованы в тех предприятиях сельхозпроизводства. Это создавать инфраструктуру, это строить им жилье и предоставлять квартиры. Поэтому вот сегодня на площадках этого форума будет прорабатываться механизм, как это делать. Мы готовы принимать в этом участие и готовы помогать. Участники форума посетили несколько интерактивных площадок, где молодые фермеры и лидеры предприятий поделились секретами своего успеха. Мы начинали с 3 коров. Нам папа не пришел и не привел 100 голов коров и сказал: дойте и работайте. Нет, мы начинали потихоньку, начинали торговать на фермерских рынках. Это было все настолько тяжело. Мы сами лично стояли с 9 утра до 4:30 вечера и привозили свое переработанное молоко все обратно. На протяжении 6 лет мы наработали себе клиентуру. Мы сами лично стоим на рынках, но мы стоим по 15 минут. Сегодня в агропромышленном комплексе Омской области работает более 3000 молодых специалистов. Вернуться обратно в село и организовать свое дело после обучения в региональном центре – вот к чему стремится каждый нынешний студент. У отца небольшое подворье, свой трактор, и, соответственно, я уже с техникой работаю с самого детства. Ну и впоследствии я хотел сразу найти ту профессию, которая с этим связана, потому что мне нравится крутить гайки и также рулить трактором, так, чтобы действительно это приносило прибыль и было на пользу не только себе, но и окружающим. На форуме мне понравились некоторые личные истории, которые были рассказаны как бизнесменами, так и организаторами мероприятия. Также мне понравилось то, что рассказывали о мерах поддержки, а также социальных выплатах для молодых семей и для начинающих бизнесменов. В будущем желаю открыть небольшой свой какой-нибудь бизнес с сельским хозяйством связанным. Создание для молодых аграриев так называемого социального лифта, который должен помочь подняться им на новый профессиональный уровень – главная цель организаторов форума. Есть предприятия агропромышленного комплекса, причем из разных муниципальных районов, разные направленности. Это там и связанные с растениеводством, там животноводством, причем различных там ответвлений очень много. И здесь это прямое общение у потенциального работника с потенциальным работодателем. И здесь как нельзя лучше, эта площадка нашего форума как бы к этому приспособлена. Форум работающей молодежи в сфере АПК – один из крупнейших в серии форумов, посвященных поддержке молодых специалистов. В планах Министерства по делам молодежи – проведение подобного мероприятия в сфере IT-индустрии.